Будем играть в Брюхэвен. Вот я такая красивенькая. Мы сыграем обычный день. Надо дом найти сначала. Ой. Заходим сюда. О, вот моя любимая карта. Да? О, да. Ближе к школе как раз. Я буду студенткой. Так. Во. Строим. И сейчас сокровой. Вот мой ник. Хотите, если со мной подружиться, пишите это в Роблоксе. Эту дверь закрываем. Берем самокат. И идем становиться студенткой. Во. Скоро Хэллоуин. Из-за этого тут... Там пауки, они пауки убрали что? Чуть меня машина там и это сделала. Так, нет, вот студент. Так, теперь идем в магазин, чтобы накупить себе продуктов или чипсов. Во, видите, тыква, 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 тыква. Давайте машину создадим. Во, нормальная. Короче, она мне не нравится. Берем сейчас. Найдем лампу какую-то. Лампу где? Вот она, ласточка. Теперь идем в магазин. Так, типа представим, что я после учебы иду в магазин, чтобы готовить себе еду. Вот. Здесь этого нету. Давайте купим чипсики. Ой, надо же в корзинку. Сейчас корзинку берем. Берем корзинку, чипсы, вы видите, шоколад и колу, то есть зло. Теперь это все пробиваем. Вот мой заказ. А деньги не надо давать, там, потому что никого нет. Уху. Видите, какие колеса классные. Теперь садимся и идем. У нас дом номер 11. Вот. Потом вечером в клуб можно сходить здесь. Вот. Идем домой. Вот я уже пришла домой. Машину вот так. Вот. Теперь идем. Алика мне зачем-то. Вот. Заходим. Так. Теперь будем готовить. Ребята, там кто-то стучится. Пишем. Здравствуйте. Пицца. О, пиццу принесли. Сейчас выйдем, поговорим с вами. О. Спасибо. А, деньги она просит сейчас. Как я сразу не догадалась? Бери. Десять, она говорит. Короче, пиццу не заказывала? Вот. Это само пришло. Ладно, будем кушать пиццу.
Это вот так. Ну, конечно, я еще вот это приготовила. Берем вот это. Хам-хам-хам. Типа скушали, да? И пиццу. Пицца. Кушаем. Я уже покушала. Давайте посидим в телефончике. Так, вот телефончик. Вот три полицейские, один садик. Ага. Сейчас пойдем в детский садик устроиться. Скажем, не на то. Вот. Она хочет денег больше заработать. Ой. Сейчас. Так. Тогда сейчас вот так и сделаем. И спасибо, девочка, но нам не надо пицца. Ну, бургер, то есть. Я уже покушала, не хочу кушать. Сейчас, час только. Так, я буду... А, мы же еще в школу не сходили. Идем в школу. Так. И одеваем школьную форму. И... Так, сейчас. Нет, это для официанта. Вот школьная форма. Идем работать. Она учителем устроилась, видите? Это мой шкафчик. Сейчас заранее напишем. Здравствуйте, вот. Здесь, наверное, будет скучно. Если будет интересный момент, я включу, в принципе. Она, короче, мне примеры задает. 3-3. Я не знаю, минус или плюс. Она просто так снизу подчеркнула и все. Так. Сидим. Что там, вы слышали какой-то звук был? Good. Написано там good. Good, good. Сейчас напишем тоже good. О. Сейчас это сделаем, короче. Угарная история будет. О, девочку, привет. Я снимаю, да? Напишем, давай. Это узбекский язык. Привет. Где девочка-то? Валим, валим, валим на гелике, на ламбе, то есть. Ой, наша машина сбила. Короче, идем. Шоппинг, модный лук. Я сдаю YouTube. Ага. Короче, вы уже догадались, потому что я сказала шоппинг. Это значит, идем закупаться вещами. Так, я сюда беру деньги. Деньги нам не надо. Давайте вот. Давайте переодень. Что за вещь? Я не поняла. Так, давайте оденем вот это. Нет, Барби не хочу. Или вот это серое. Или вот это. О, смотрите, классно смотрится прям. Ну, сейчас поищем еще что-нибудь. Вау, а если вот это и штаны черные?
Ой, нет, я не такие имела в виду. Вот, шортики, то есть. Прическу будем менять или нет? Чё, короче, я меняла. У меня футболка другая стала, короче. О, идемте. Моя машина, кто-то это сделал. О, уже потемнеет, видите? Давайте в парикмахерскую зайдем. Ищу друзей, пиши я. Как думаете, написать я или нет? Я думаю, не буду писать. Вот. Давайте, я думаю, в принципе, прическу не надо менять. Сейчас скажете. Так, какую прическу? Есть вот такая, да, я не хочу такую. Ну, можно прям, в принципе. И есть вот такая, ну, вот, вот это. Я не люблю такие. И вот. А если вот это? Не, лохматая какая-то я. Так. Есть вот такая. Не, лучше своя. Не, вот это. Не, все. Идем домой. Дома что будем делать? Если у меня сейчас дома компьютер будет. Правильно, будем играть в Roblox. Уху. Так, если вы хотите такие видео, пишите в комментариях обязательно. А то я что снять не знаю. Вот, извините, ребята, за то, что я много времени не снимала видео, потому что мой аккаунт заблокировался, вот. И потом я не могла снять для вас видео. У меня все было заблокировано. YouTube и вот это. Из-за этого я так много не снимала. Просто одно предложение было из-за этого. Вот. Теперь я уже это сделала. Вот снимаю для вас видосики. Сегодня воскресенье. У меня в реальной жизни... А здесь четверг. Просто завтра на учебу, а так времени не останется такие много снимать. Знаете, если вы будете много лайков под это видео собирать... Я буду суббота-воскресенье снимать. Вот я сейчас с английского пришла. У меня что-то хромает. Давайте подождем сейчас. О, видите? О, о. А что там скрипит? Вы слышите? Вот, вот, вот. Сейчас, давайте идем. Так. А, значит, у меня гараж закрыт. Сейчас посмотрим. Да, у меня закрыт. Давайте будем играть. О, да, у меня есть компьютер. Вот здесь. Сейчас будем играть. Вот. Так, вот. Играю. В Роблоксе играем в Роблокс. Так, давайте сейчас одежду поменяем. И там в клуб есть. Давайте в клуб пойдем. Вот тут такая черная есть. Сейчас соберем одежду. Так, вот, в принципе, я уже сделала себе скинчик такой. Вот, идем в клуб. Там сказали, что уже открыт. О, открыто, оказывается. Выходим. Сейчас, когда еду, вам включу камеру. Так, вот, ой, что-то за толпа здесь. Вот.
Я уже почти доехала. Вот там, видите, люди танцуют на чиле. Там машина полицейская, ребята. У кого-то там машина скрипит. Так, давайте сейчас поиграем. О, видите, как классная игра. Ой, меня сейчас... Во, вот эту тачку видели? Та-та-та, да-да. Клуб Брукс. Клуб Брукс. Вообще. Так. Здесь. Опа, мы спускались. Опять эта машина меня уже второй раз делает сейчас. Вот тебе, видела? Видала, 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 видала. Вот тебе. Вот. Вот она меня уже много раз так сделала. Даже в школе, если вы заметили. И когда я переодевалась там в одежде шопинг, когда мы делали. Так. Откроем. Ой. Ой. Так, теперь... Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Зачем мне пылесос? Я вообще одежду выбираю. Короче, ребят, мне стало скучно, я лучше в клуб пойду. Здесь что делать? Ничего. Если так выйти, я думаю. Вот так выйти будет ближе. Вот. И идемте. Ой-ой-ой. О, все. Клуб, надеюсь, не закрылся. Закрылся? Эх, ладно, ребят. Всем пока. Если хотите такие ролики, пишите в комментариях. Не забудьте подписываться. И она тоже говорит вам пока, надеюсь. И всем пока-пока. Если вы хотите такие ролики в таком виде, в таком формате, то ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше таких видосиков.